С этого года в Кустанайской области начнут собирать пассажирские автобусы. Они будут соответствовать принятым экологическим стандартам. Об этом на брифинге СЦК сообщил аким региона Архимед Мухамбетов. По его словам, совместно с китайским производством наладят сборку и электромобилей. Первые машины представят на выставке «Экспо-2017». Что касается роста промышленности, в планах в регионе начать строительство казахстанско-иранского маслоэкстракционного завода и предприятия по производству софлорового масла. Также появятся 3 элеватора в Кустанае, Тарановском и Федоровском районах. Не обошел стороной Архимед Мухамбетов и одну из самых актуальных тем сегодня – паводки. К половодью, пик которого в области, по прогнозам, ожидается в апреле, власти готовы. Мы в целом подготовились, достаточное количество техники выделили, контролируем ежедневно, координируем свою работу, а зависит от прогноза погоды. Подготовили и мешкотары, более 14 тысяч штук. Инертные материалы подготовили, ГСМ в достаточном количестве. Все службы сегодня приведены в боевую готовность, ведется мониторинг.